Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня с вами я, Зара Ботлеп, иммиграционный консультант из города Сан-Диего, штат Калифорния. Сегодня я с вами хочу поделиться одной информацией, которой со мной поделились мои клиенты, которые получили эти письма. Это касается получения грин-карды на основании одобренного политического убежища. Многие из вас, наверное, знают, что когда вы приезжаете в Соединенные Штаты, запрашиваете политическое убежище, и если оно вам было одобрено через один год, вы можете подавать на грин-карту или же adjustment of status. И на тот момент, когда вы подаете ваши документы, вам обязательно нужно обратиться на сайт USCIS, если вы это делаете сами, и собрать все документы, которые они перечислили. На сайте USCIS это очень-очень подробно записано, и вы можете это посмотреть сами. И некоторые из моих клиентов, они мне позвонили в истерике: «Зара, что происходит со всем этим? Означает ли это, что что-то случилось с моим кейсом или еще что-то такое?» Единственное, когда вы получаете такие письма, это означает, что что-то такое происходит, но если вы прочитаете это письмо, ничего страшного не происходит. Прежде чем начать волноваться, всегда сначала прочитайте письмо. Даже если вы его не понимаете на английском языке, у нас есть Google, которым вы можете просто напечатать, и он вам, по крайней мере, хотя бы на процентов 70 объяснит, что происходит. Значит, что у нас происходит с этими грин-картами? Прежде чем я начну, еще раз напомню, что я не адвокат, я не даю юридических советов, я предлагаю только услуги по заполнению грин-карты и других иммиграционных форм, и на своем канале я вас знакомлю с иммиграционными новостями, и это ни в коем случае не является юридическим советом. Если вам нужна моя помощь, можете обратиться. Значит, несколько моих клиентов получили вот такие письма. Первое письмо вы можете увидеть, и там написано, что in order to speed up processing. Это означает, что в целях ускорение рассмотрения вашего кейса, они пишут, мы переводим ваш кейс в Небраска Сервис Центр. Что это означает? Это означает, что если ваш кейс находится в каком-то центре, и в этом центре очень-очень много кейсов, и они не успевают, это означает, что они его перенаправляют в тот офис, у которого нет такого большого количества кейсов, которые они должны рассмотреть. Это очень хорошо, потому что они прям вам так и говорят, to speed up, это значит ускорить, правильно? Поэтому, если вы получили такое письмо, не паникуйте, читайте письмо, или же попросите кого-то, чтобы они вам перевели, что написано в письме. После того, как вы получили это письмо, вам должно прийти второе письмо, но уже это письмо вам придет с Небраски сервис-центра, если это с того офиса, в который вам направили. Второе письмо нижнее, там написано, что USCIS, Небраска сервис-центр, они получили ваш пакет, и дальше они пишут, на данный момент вам нет необходимости приходить на отпечатки пальцев. Если будет нужно, мы вас пригласим, и вам просто нужно ждать другие их инструкции, что они вас попросят сделать. Значит, еще раз повторяю, что если вы находитесь в ожидании грин-карты, это означает, вы получили такое письмо, это просто означает хорошая новость, то, что ваше дело хотят рассмотреть в ускоренном темпе. Означает ли это, что эти письма приходят только для тех, кто находится в ожидании грин-карты на основании ПВУ? Нет, это не ожидает, потому что я знаю нескольких других людей, чьи кейсы точно так же перевели в другие офисы, но они не мои клиенты, это клиенты других иммиграционных консультантов. Они также делились со мной. Но в моем случае 3 человека, которые позвонили и сказали об этом, они все находятся в ожидании политического убежища. Вот такие у нас новости. Как всегда, с вами была Зара. Желаю вам всего самого наилучшего.
не переживайте, если вы получаете письма. Главное, сохраняйте, читайте, отвечайте вовремя, и все у вас будет хорошо. С вами была Зара. Пока. Всего доброго.